Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня мы будем вырезать картину сотворения мира. Вот такую вот. Вырезать мы ее будем на дереве бук в один проход наклонным врезанием фрезой конической сферической 6 мм диаметром и радиусом скругления 0,25. После вырезания мы ее извлечем из нашей заготовки путем обработки концевой 4-мм фрезой. Операция, которая называется обработка по профилю. Сейчас мы произведем обнуление инструмента и запустим нашу обработку. Так, нам нужно обнулить Z. Что мы сейчас и сделаем. До первого касания. Мы выставляем X0, Y0, Z0. Фрезу на безопасное расстояние. И загружаем G-код. Сразу чистовая обработка в один проход. Работаем от центра заготовки и только от центра заготовки. Работаем сначала на минимальной скорости, потом мы увеличим скорость до 100%. Ну что, поехали. Yeah.